Чувашии проходит чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Сегодня конкурсной площадкой стал Чебоксарский электромеханический колледж. Соревнования здесь самые многопрофильные, но объединить их можно по двум направлениям – электрическое дело и компьютерные технологии. Все желающие прошли отборочные испытания. По дисциплинам системное администрирование и веб-дизайн соревнуются 13 участников. Конкурс достаточно престижный. Конкурс проходит в нескольких уровней. Хочется, конечно же, выиграть. То есть при достаточном уровне знания и при выигрыше в этом конкурсе, в принципе, можно найти работу по данной специальности фактически в любой организации Российской Федерации. Соревнования проходят в 3 этапа. На каждом этапе модуля участники получают оценки от экспертов, которые в дальнейшем суммируются. Ну, такие, во-первых, работы нужны, конечно, для студентов, потому что есть, как бы сказать, направление для молодых специалистов, которые должны понимать, для чего они должны подготавливаться, вот, и, соответственно, уже себя подводить под эти необходимые критерии. В сварочном и электромонтажном деле принимали участие студенты, молодые специалисты не только из столицы республики, но и из ее районов. Я считаю, что важность очень большая. Как говорят, на сварке держится весь мир, все на сварке. Профессия очень сложная. Вот, интересное. И поэтому привлечение молодых людей на эту профессию, востребованную, я говорю, во всех отраслях промышленности, очень важно. Вот, и вот проведение вот таких соревнований создает атмосферу соперничества, дает перспективу на будущее, участие в других соревнованиях. Я решил принять участие в этом чемпионате, потому что я захотел проявить свои профессиональные навыки сварщика. Для меня это участие очень важно, но победить хочет каждый, но победит сильнейший. Победа победами, но все же одна из главных задач этих соревнований – повышение престижа рабочих профессий. По словам директора Чебоксарского электромеханического колледжа, данный конкурс помогает студентам понять, правильную ли профессию они выбрали. Этот конкурс по рабочим профессиям, региональный этап чемпионата мира, он способствует тому, что появляется интерес профессии. Это первое. Второе. Мы же на этом конкурсе видим, так как эксперты – это работодатели, мы на этом конкурсе видим свои огрехи. Работодатель нам подсказывает, и они помогают нам формировать содержание будущих программ. То есть конкурсы помогают нам в перспективе готовить ребят лучше и более качественно, чем это мы сделаем сейчас. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.